улица, которую мы построили. Тогда, в далеком 2009 году, мы думали, что строим небольшой поселок для пары десятков семей на территории около 10 гектаров. Эта мысль была... Гоу! Мы уже создали в 5 раз больше, чем изначально планировали. Но решили на этом не останавливаться. И сегодня я рад сообщить, что Ривьера Виллас становится частью гораздо большего проекта. Приехал еще к одному нашему клиенту, это компания Gerzon Seafood. Если вы знаете, то в 2013 году мы разработали и бренд, и ритейл формат для этой норвежской компании. И формат оказался настолько успешным, что компания открыла в Киеве уже 3 магазина и сейчас готовит к открытию 4-й, самый большой фирменный магазин сети, который будет в 3 раза больше, чем магазин на Поздняках, и будет находиться прямо возле Лавины. Вот смотрите, вот Лавина, вот Ашан, а вот огромный красавец и Герзон. Почти 2000 квадратных метров, магазин, и суши-бар, и ресторан. Пойдемте посмотрим, что внутри. Когда мы разрабатывали этот бренд в 2013 году, мы могли придумать любое заигрывающее имя, но мы хотели правды. Поэтому назвали компанию Эгерзунд, потому что это небольшой город. Видите, он находится примерно в 100 километрах от Осло. И там находится центральный офис компании, которая принадлежит Эгерзунд Сифуд Украина, где добывают рыбу. Остров Фроя, там добывают лосось. Острова Лофотен, там знаменитая селедка. И в каждом магазине Эгерзунд теперь висит карта, которая показывает, откуда, собственно, рыба, которую можно купить в этом магазине. Вот здесь будет ресторан большой, в котором можно будет есть суши, морепродукты и так далее. А здесь будет барная стойка, и человек может заказать суши и смотреть завороженно, как живет огромный магазин. А это летняя терраса для ресторана. Я уверен, что Эгерзунд будет очень популярным местом для всех окрестных городков, вроде Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Пущеводицы и так далее. А я вот наконец добрался до кооператива, и вот я вам показываю нашу грандиозную парковку, которая в ближайшее время, вот видите, она уже преображается, потому что здесь Планета Кино совместно с Don't Take Fake будет проводить показ фильмов. Здесь будет автокинотеатр, между прочим. И будет это фактически вот-вот. Поэтому кооператив не только внутри, не только обладает богатым внутренним миром, но и богатым внешним паркинговым. И легким движением руки превращается паркинг. Паркинг превращается в Планету Кино. Итак, человек-лампочка, великий и могучий мастер света Николай Каблука. Если вы не знаете про Expolight, пожалуйста, почитайте, потому что это человек, который осветил почти все новые небоскребы в Киеве, костел и огромное количество световых каких-то инсталляций. Фактически создатель киевского Манхэттена, обладатель кучи международных премий за световые решения, автор невероятной схемы освещения березок у меня на даче, а также наш большой творческий друг Коля Каблука. И мы обсуждаем сейчас, как мы будем добавлять мэджика в новое пространство кооператива. Вот это наша терраса, над которой мы сейчас работаем, может быть в таком режиме, может быть вот в таком режиме, да, может быть вот в таком режиме, если у нас будут, дай бог, когда-нибудь вечеринки, а еще что? Могут быть разные такие штуки. Я уже говорил, наша концепция это то, что офис это белый холст, да, который не конкурирует и наоборот дает пространство для творчества. Вот посмотрите, что мы уже начали делать. Мы начали инсталлировать сейчас вот такие вот световые приборы. Думаю, через пару недель они уже появятся в постоянном режиме для того, чтобы создавать magic настроение, когда меняется время дня и приходит в кооператив вечер.